Почему большой палец меньше всех? Если помидор – это ягода, можно ли считать кетчуп вареньем? Как красота спасет мир, если она постоянно требует жертв? Как не терять контроль над лайками, когда выпил? Кто учил первого учителя? Почему родители отдают нам свою любовь и ласку, а мы им только свои старые телефоны? Если мазохист попал в ад, значит он попал в рай? Почему мы всегда теряем второй носок, а не первый? Почему я задаю какие-то глупые вопросы, вместо того, чтобы просто начать нормальный выпуск? Поехали! Всем привет, ребятки! Сказать, что я соскучился, это ничего не сказать. Приехали мы в город светлый. Времена темные, город светлый. Вот такой вот юмор в этом я некий нашел. На всякий случай, сейчас модно стало прощаться, поэтому тоже попрощаемся. Это был последний выпуск наш. Но если что, всегда можно будет выкрутиться и сказать, что это был последний выпуск именно в городе светлый. Как относитесь к тому, что Инстаграм заблокировали? Плохо, конечно. Я и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и везде. Я общественник. Хоть и на пенсии, я возглавляю две большие организации. Сегодня, сказали, уже аналог Инстаграма дали. Росграм, да. Наш, да. Росграм. Были версии 100 грамм. И читала я. 100 грамм было несколько версий. Меня ничего не пугает. Единственное, что молодежь, как внуки наши. Вы реально ничего не боитесь? Нет. Пауков, допустим, боитесь? Насекомых? Ну так, покричу на него там, ай-ай. На паука? Они тоже живые существа, их надо тоже. Они считаются домовыми, дом оберегают. Все стали злые. Хамство кругом. А когда вы последний раз кому-то хамили? Лично я? Я не помню. Я вам разрешаю прямо сейчас, чтобы вы мне нахамили. Нет, пожалуйста. Да я не смогу. Ну мне нужно. Нет, пожалуйста. Скажите, что там мы не талантливые, у нас ничего не получится. Да сейчас, я вас уже знаю, вы талантливые. Даже дочь я сказала, она говорит, о, я его знаю. Я не могу нахамить вам. Не можете? Вы такой человек, что, во-первых, не за что вас оскорбить или обидеть. Потому что я, в принципе, ни о чем, да? Да. А нет, это я не поняла, что вы сказали. Все, вы обидели меня, конечно, капец. Нахамили вы мне. Вот, видите, ни о чем. Я не поняла вас. Мне просто интересно, можно у вас спросить? А, давай. Как вы деньги зарабатывать будете? Как мы деньги будем? А, типа мы блогеры, типа ты из-за этого. Блин. Че, кстати, не будет на сотку так занять? Не, я бедный. Ты тоже блогер. Ты же Варламов? Я узнал. Ну... Ты видишь какую-то профессию самую стабильную? А айтишников освободили от армии, поэтому, ну, тут очевидно. Ты с ним знаком? Да. А давай к нам сюда. Вот! Должен сохраняться просто баланс волос. Мы думали, откуда у него эти волосы. Если вот в светлом кто-то грустный, надо его депортировать из города? Он, получается, не подтверждает название города? В Канаде утопить. Про Инстаграм тоже говорим. Ты как прощался с ним? А я и не был там не зарегистрирован. В Инстаграм 18 часов отнимают у людей в день. Вот чем ты занимаешься эти 18 часов? В качалочку хожу. А как же скачать? Сейчас же через VPN качаешь? Да, мышцы через VPN. Извините за эту шутку. Да, неплохо. Надо было просто. У тебя какие планы? Он хочет стать айтишником. Военным? Не военным, а правильно говорить, спецоперационным. Ну, как-то так. То, что мы стоим втроем здесь в одном месте, не двигаемся, могут расценить как за митинг? Без плакатов? Нет. Мы подрисуем на монтаже тебе, да? Во-первых, просто хотим констатировать факт, что светлым очень хорошо растут волосы. На какую тему последний раз вы грузились? Табуретка. Лакированные табуретки захватят мир через 2 года. Угу. Мы биты продаем. Вы пишете рэп? Что? Ты пишешь рэп, а он не пишет рэп. Он пишет историю. Он тоже пишет рэп. Конечно. Историю. Блять, вот сука, наконец. Снял эпический фильмец. Сколько ждал, смотрел парашу. Думал, телек разъебашу. А. No, гома. Пусть для вас это пустяк. Когда я вижу мужика, у меня стояк. А у тебя обмяк. Ты обеспокоен, когда на большом мониторе гейское порно. Ты упорный, отрицаешь самого себя. День добрый. Сколько будешь убегать? Не сосчитать всех моих партнеров. Строителей, водителей, юристов, шахтеров. Всем нужен секс, но не всем нужны женщины. Я не откажу, даже если ты на пенсии. No, homo. Хватит души отпираться. Моя грация, ты в ажитации. Чё? А попрощайтесь, пацаны, как-нибудь. Всем привет. Привет, а можно немножко? Тебя Руслан меня зовут. Очень приятно, что случилось. Просто немножко пообщаться. Вы не торопитесь просто. Мы заметили, что вы... Не, вы не торопились, вы медленно шли. Нет, я правда тороплюсь. Просто пару вопросов. Сколько килограммов гречки купили? Есть ли жизнь после Инстаграма? Гречку, Инстаграма у меня нет. Кем ты работаешь, если не секрет? Я не работаю. Нет, я просто редко с людьми разговариваю. А какую музыку слушала? Грустную. И при этом ты улыбалась. Ну что, потому что чеки летали. Жизнь, она красивая. Куда ты торопишься, если ты не работаешь? Ты просто отдыхаешь, слушаешь грустную музыку и слушаешь чаек. Куда можно торопиться? На канал. YouTube? Канал у тебя есть? Нет, канал в светлом.
Просто погулять. Да. Подышать. Ты торопишься погулять? Да. Можно я пойду? Я не люблю, когда меня снимают. А ты только сейчас об этом сказала, да? Когда мы с тобой уже поговорили 20 минут. Как относишься к тому, что Инстаграм заблокировали? Ой, слава богу. А как это? А охваты? А вот так. А VPN? А лайки? А комментарии? Мы не пользуемся. Не пользуетесь? Нет. Можно немножко тебя остановить, пожалуйста? Кто-то на связи у нас? На видеосвязи? Да. О, привет! Да, покажи камеру тоже. Все. Все. Да, в телевизоре. Общаешься там или где тебе важнее общение сейчас? Ну, давай момент? С тобой поговорим. Вот и все. Ты увидела, да, какая ты подруга? Она выбрала нас, а не тебя. И сегодня первый день наваждения была. Как сильно тряслись коленки? Очень сколько сильно. Раз перепутала педали? Ни разу. Сколько раз тебя мысленно обматерил инструктор? Очень много раз. Я на перекрестках немного тупая. Кем ты хочешь стать в будущем, помимо водителя? Я хочу в Майами. Ты же работаешь где-то? Да. Да, где-то работаешь? На автоторе. Там же были новости, что BMW, до свидания. Да. И что вы сейчас будете там собирать? Лего? Kia, Hyundai. Сколько килограммов гречки ты купила? Нисколько. Ну как это так? Не ври давай. И сахар. По-любому там вот гречка все в этом. Сейчас все высыпется. Классное настроение у вас? Да, нормальное. А как относитесь к тому, что вот Инстаграм заблокировали? Никак-то все равно. Все равно вам, да? Любите как бы живое общение больше? Да. Сегодня с кем-то познакомились? Нет. С девчонками, может, какими-нибудь, нет? Я женат. А это нельзя, да, получается, знакомиться уже с девчонками? Нет. Ну, с женой общаетесь? Да. Или с женой тоже нельзя общаться, если женат? Ну, типа, нельзя вообще же общаться с женщиной. Да. Чем занимаетесь? Работаете где-то, может быть? Что-то? Да. Мэр Светлого, да? Скажем, что вы мэр. Ну, может быть. Давайте в конце признаетесь любви к жене, или вы можете сказать правду? Нет. Или признаться в любви? Ну, любовь есть. Любовь есть. Любовь спасет мир. Да. Вы улыбаетесь, мы издалека увидели, мы общаемся только с улыбающимися людьми. А как вы сохраняете хорошее настроение? Общаемся с друзьями, вместе гуляем, ходим. Да вы друзья настроение. Или что-то у вас еще? Нет, 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 мы уже как бы созрели, ага, да. Созрели. Я, кстати, ведущий свадеб, если что. Да? Да, поэтому спасибо, не берите приятно. Меня. Приятно. Да, не убегайте, ты теперь свободный человек. Да, я походу все уже. Так как она ушла, признайся от ее имени в любви к себе. Не, все, дружище, давай. Давай я признаюсь вместо нее. Как ее зовут? Меня Данил, ее Ульяна. Ульяна, все, я вот Ульяна. Данил, я когда увидел тебя, посмотрел твои глаза, ты такой классный. Какие у нас будут с тобой красивые дети? Как относишься к тому, что Инстаграм заблокировали? Инстаграм? Да, Инстаграм заблокировали. Отрицательно. Что заблокировали? Отрицательно. То есть вы поддерживаете Инстаграм? Не, в смысле? Видит Бог. Мы же случайно с тобой увиделись. Да. Говорит, Серега, звезда Светлого. Да, звезда Светлого, совершенно верно. В честь 2020 года. 2020 раз. 13. Я пою, кстати. Город Светлый любимый. Ты, во-первых... Дворник. Все прощались... в момент блокировки. Да, ты как-то прощался? Да. Немножко порадовался, что Америка ушла. Америка ушла? Ушла, ага. Улетела. Поговорим про твою профессию. Занимаюсь уборкой города. Так ты, получается, сам эту Америку убрал? Да, убрал. Своими руками убрал Америку. Смыл Зеленского Байдена. Поэтому да, я очистил от мусора, от ненужных людей. Ты ну, а минусы, делал? Конечно, наверное, то, что свиньи много. Американских? Американских. Вот ты был бы президентом сейчас России. Да. Твои действия, в первую очередь. Мои действия делал? Навести коррупцию. Чтоб... Навести коррупцию? Да, навести коррупцию. Ну я не буду это... Не будем? Не будем об... Ну ты в очках, да. ты так закрыл глаза. Да. Тебя же никто не узнает, да. Же так. А можно снять? А, блин, сам сейчас полез. А можно снять? Дама встретил. Любви встретил. И пока все хорошо. Все есть. Хорошо. Ухаживаешь за ней лучше, чем за городом? Ну пока не сказал бы, что я чисто ухаживаю за ней. Ну, за городом понимает. Лучше да. Ухаживаю, конечно. Да, да. Я хочу, чтобы все были культурными, все были здоровыми и счастливыми. И чтобы не мусорили. И чтобы не мусорили, не, конечно. Мусорили только деньгами. Да, да. Монетами, деньгами. Ну вот и все, настало время прощаться с вами конкретно в контексте этого выпуска. Ребят, ну не знаю, так вот получилось. Можно, наверное, это все понять, и как-то кто-то улыбается, кто-то не улыбается. Учитывая, что появилась вот такая вот новость, вот, есть ощущение, что Ютубу тоже может прийти конец. Поэтому в описании, на всякий случай, просто оставляю ссылки в ВК, где будут полные выпуски. Хотя есть VPN, вот, и птички. Сними птичек просто. Закончим на позитиве. Все, это был я, Русик меня зовут. Город светлый, мысли светлые, будущее, я уверен, светлое. Всем пока.